Она пикает. Пикает. А если даже не снимает, так невелика беда. Декабря очень неплохо. Светки день рождения, чудесный. Немножко против ветра. Шемион наверху крутится. Сейчас я попробую туда нырнуть. Такие у нас красивые полеты, скалы. Чудесно сегодня у нас. Потоки рваные, зима, но все-таки держит. Вот такой лунный пейзаж, вот такая погода. Новым годом, чтобы не сидеть в субботу дома, выбираемся полетать. Здесь уже у меня аксель пристегнут, пожалуйста, прошу обратить внимание, работаем с акселем, как положено, на всякий случай. Прогрева сегодня особенно хорошего нету, дымка, но тем не менее, в общем-то, летать можно. Держится. Пейзаж.
ну, термик такой, пузырь, термиком это назвать сложно, но пузырек. Я знаю, что мой варик слышно оттуда. Тепло, я в расстегнутой куртке, но кто-то греет. Ага, шевик вон просыпался тоже вниз. Надо будет выцарапываться, как и я. Thank you.
еще полетаем. Время у меня есть, поэтому можно полетать. Работает сейчас, включится родимый термичек. Где он у нас? Поднимается северный ветерок. Лететь против ветра на север. Нам легкие пути не нужны, нам нужны интересные. Thank you.
Мертвого моря. Вот так вот мы здесь и гуляем. Такая живопись. Идем на переход на север против ветра. Холмы вот эти готовят. Нас держать здесь или не очень. Роторная зона. Thank you.
лечу против ветра. Смотрим, посадок полно, чудесные посадки. Так что можно смело лететь. Восток при обещанном по прогнозу западе, но вроде бы мы угадали с погодой, поэтому прорвемся.
какой-то коршун летает. Красивейшие скалы, пещеры внизу чудные. Очень красивые виды. Над нами проплывают. Вот такая красота. Дожди здесь, вот ручья пересохшая, устье ручья, вот моя тень как раз проходит над пещерой.